Прикольно. Теперь хочу браслетик, но он 8. Мяу! Спасибочки. А что ты не спишь? Ты кто? Я, короче, Бибу. А не то, что... Ну, либо Барби Сник Фрес. Адам Парк! Ты же сказал, ты будешь спать. Хала. Вечер фанат. Завтра выходной. Завтра я стою в 8 утра. И называем его Татарюсом. И чё, куда поехал 5:40? Да ты шо? У меня это ожог от духовки, и он не проходит. Чё делать? У кого есть I need your help? Совет. А на то не ждёт, то ранит. Тоже дякую, тэнкью! Я думала, может, есть проверенные подорчения, что решила сбежать просто. Тоже дякую! От выхлопной, да? Ой, вот он. Нет, от духовки. Короче, запекала бараньи ребра, и они меня обжигли. Не они, а духовка, когда я пыталась достать. Да, купила. Привет. Да, прикинь, прихожу, они мне говорят, дай свой номер, мы тебе позвоним, когда можно будет зайти. Я говорю, здравствуйте, реально, это Кристиночка пришла. Они говорят, ну тогда заходи. Thank you. Жители, мы обслужили, все дали. Мама сказала, пойдемочки, за этот подарочек классный. Я пошел домой. Она тонешь, но ты думаешь. Добрый вечер. Как красиво! Это что-то новое. Что ты будешь на даче делать, чем тебе надо? А, на сегодня все? Блин, а я такую скумбрию копченую съела. Целую скумбринище. Чувствую, что я буду пить всю ночь. Пить и пухнуть. Розги, это такие штуки, которыми секут. Ну, сейчас не секут, судя по всему. Раньше секли, высекли розгами. Боярине своих крепостных подданных секли розгами. Они такие холостые, которыми херачишь, вымоченные обычно были они в соленой воде. И они от этим хлестким ударом лопалась кожа. Я розгами нет, не хочу. Просто человек спросил, что такое розги. Я бы объяснила. В соленой воде, чтобы больнее было, потому что кожа, пропитанная соленой водой, при рассечении соль попадает на открытую рану и начинается такое дикое жжение. И вот чтобы было больнее, их пропитывали. Фонтанчик с черным дельфином и в жизни.
Слушай, есть магазин, есть такой магазин специализированный, где можно купить что-то наподобие розги. Розги, да, я могу говорить. И можно купить что-то наподобие его. А еще у меня новая тренировочная пленка. Вот лежит, не лежит. Даже не распакованная, чтобы ты понимал. Какие у меня еманули ограничения? Блин, приятно, мне нормальный актив. Очень удивительно. Кстати, вон она, распаковка чек на платье. Я все делаю на полу, на этом. Обожаю лежать на полу. Когда я прихожу с улицы, хочу лечь. Thank you, I'm very strong, baby. Oh, you like this shirt? And maybe you like my shorts? Какую пленку купить, если ты хочешь? Тренировочную? Что хочешь, непонятно. Я себе купила, просто заказала еще. Из Китая нет, из Китая хочу ППФ заказать, там, с заводом одним, я веду переговоры, но пока что не довела, я за них забыла просто на самом деле.